Ребят, попала мне в руки вот такая вот старинная книга. И я хотел бы вас попросить. Мне сказали, что это старинная Библия. Вот, и хотел бы у вас спросить, если есть у вас специалисты, если, может быть, у кого-то будет желание дать мне информацию, а возможно, кто-то возьмет под реставрацию. Вот такая вот книга. Я не знаю, каких годов эта книга, но вижу, что листы бумаги необычные. Надписи все выполнены при помощи оттиска. Знаете, да? Раньше в старину писали рукой или же делали оттиски, тем самым делали несколько тиражей. Бумага очень старая. Что за книга? Я не знаю. Здесь даже, смотрите, пронумерованы как-то страницы странно. Вот видите, нумерация. Еще старинная какая-то нумерация. Что, ребята, за книга? Пожалуйста, напишите в комментарии, на что обращать внимание. Книга, конечно, с утратами. Видите, да, с этой стороны имеется оттиск цветной, а также имеется оттиск с обратной стороны. То есть под давлением выдавливали надписи. Год не знаю, ребята. Не знаю, какие года. Нумерация, еще раз, вот такие вот. Буквенные. Вот видите, здесь тоже нумерация. Что? Не знаю. Ребята, я как бы не специалист в этом деле. Вот такая вот книга. Очень толстая. Разбираться времени просто нет. Сшиты они нитками. Вот. На обратной стороне у нас, к сожалению, обложки нету. Но я вам и говорю, книга старая, очень старая. Возможно, будет у кого-то интерес ее отреставрировать. Здесь вроде как похоже что-то на описание, но не знаю. Не знаю, что за описание. Аж страшно ее как-то поворачивать, как-то складывать, дабы чтобы она не развалилась у меня в руках. Вот, это одна книга, ребята. Есть еще и вторая. Сейчас вам покажу вторую книгу. С первой книгой я вас ознакомил. Здесь на обложке, видите, еще имеются застежки латунные. Вот и вторая книга без обложки. Ну и здесь видно. Вот видите, как-то вот одна часть. Она такая непонятно. Но это уже, наверное, кто-то пытался сшить. Что здесь написано? Кононы заяданного умершего. О, как. Вот. И вторая книжка. Вот, я так понимаю. Но она немножко, походу, еще похуже, чем предыдущая. Но, повторюсь еще раз, под реставрацию. Если есть у кого-то желание, начало утренний. А, ну да, это походу в храме, что ли, читать. Начало вечернее. Походу молитва. Так, а это тоже, по-моему, отдельно, да? А, нет. А, вот две отдельные каноны. А здесь кофейма или что это? Молитва живой. Молитва живой.
Троупарн, поклоны. Очень интересно. Если есть специалист у вы или у ваших знакомых, пожалуйста, сделайте, пожалуйста, репост, скиньте ему на страницу. Пусть дадут информацию, что за книги мне попали в руки. И если возможность, то и датировать. Книги очень старые. Да, эти книги мне попали лишь из-за того, что один человек узнал, что я чем занимаюсь. И она попросила узнать, сколько стоят такие книги. Вот, так что, ребят, прошу отписаться. Если есть у кого-то желание под реставрацию приобрести такие книги, пишите в личку или в комментарии. Еще раз повторюсь, книги под реставрацию очень-очень старинные. Это можно даже определить даже непрофессиональным взглядом. Бумага очень странная. Такая, знаете, необычная. Ладно, буду ждать ответ от вас. Мне самому стало любопытно, что за книги у меня в руках.